Несколько захоронений эпох бронзы и раннего железного века обнаружили актюбинские археологи в 25 километрах от города. Уникальной находкой для ученых стал бронзовый серп, который свидетельствует о том, что древние люди занимались земледелием. А вот развитие ювелирного искусства можно судить по другим находкам уже в Хобдинском районе. Вблизи поселка Жиринкопа 2 года археологи исследовали элитный курган. Были попытки проследить его конструкционные особенности и специфику возведения. Кульминацией стали находки ярких элитных предметов из золота. Это рукоятки от камчи, пряжка от ремня, обтянутая золотой фольгой, и жертвенник служительницы культа. Этим находкам более 2500 лет. Саки, сарматы находились в стадии предгосударственной. Значительное социальное расслоение было. Огромные курганные насыпи требовали больших трудозатрат и скопления больших групп населения. Кроме того, это и отражение торговых направлений путей. Это и показатель ювелирного мастерства людей того времени.